Собственно, давайте определимся. Вы наверняка можете посмотреть все мои сюжеты. Где? На YouTube, естественно. Как на YouTube залезть туда, несложно. Фамилию Чилейкин вбейте, и вот вам история Магнитогорска. К слову, вот о том месте, о котором я неоднократно показываю, на этом году еще 10, ну, примерно чуть больше, 13 лет назад, когда у меня был свой ресторан, ца-ца вкуснейшая была. Так вот, для этого ца-ца вы можете выехать отсюда, с Магнитогорского вокзала, достаточно поехать куда? В город Верхнеуральск. Но сегодня маленький другой нюанс. Если вы сильно-сильно хотите продавать этот ца-ца, в Ленинском районе уже не получится, а вот в Орджоникидзевском, рядышком с Вавилоном и с Троечкой, есть два отличных места. Позвонив по этому телефону, вы сможете устроиться на качественную работу. График будет достойный, достойный будет и уровень вашей заработной платы. И самое главное, что когда вы туда устроитесь, вам будут ребята говорить огромнейшее спасибо за тот ца-ца, который производит Верхнеуральский завод. Тот самый вкуснейший, лучший в мире.